и доброго пути. Друг мой, тревожится вроде бы нечего. Жизнь начинается с доброго вечера. Знать мы на верном пути, знать мы на верном пути. Кто на восток, кто на запад затылками. С полными наполовину бутылками. Скоро должно рассвести, скоро должно рассвести. С каждой минутой все ближе мы, ближе мы. Солнце набухает зайцами рыжими. Кружку, и значит, пора, и значит, пора. Снова плова пружину накручивать. Снова над утренней жизнью подшучивать. Втаскивать нынче вчера, втаскивать нынче вчера. Жить, сколько в жизни не минуло. Ясно ли то, что нам вечность подкинула? Или не ясно совсем, и не ясно совсем, что бы там ни было, жизнь продолжается. В солнечной кружке звезда отражается. Всем доброго вечера всем. С каждой минутой все ближе мы, ближе мы. Солнце набухает зайцами рыжими. Кружку, и значит, пора, и значит, пора. Снова былого пружину накручивать. Снова над утренней жизнью подшучивать. Втаскивать нынче вчера, втаскивать нынче вчера. Доброго вечера всем. Знаете, в апреле мы договорились увидеться, и у нас это получилось. Поэтому сразу, чтобы не забыть, когда у нас следующая очередная встреча, я бы хотел ее обозначить. Все зависеть будет, конечно же, и от нас, и всего, что в мире, в жизни происходит. Это апрель. Предполагаю, что это будет 1, 8 и 22. Дай Бог нам всем дожить, увидеться. И я думаю, что обязательно споем. Ровно 10 лет назад мы с Гошей мечтали быть в Корабелке. Мне было 40 лет. Вот, и эта мечта сегодня сбывается. Поэтому поем и радуемся вместе с ним. Всего нам самого хорошего. Я не любил полутонов.
я не нужна сотню миль. Встает воды зеленая стена, и мачта в шторме, как старик сутулится, куда у нас судьба не занесла. Наш порт приписки, Лоцманская улица, куда у нас судьба не занесла. Наш порт приписки, Лоцманская улица. Всем. Но, ребята, я два слова все-таки еще тоже скажу от себя. Мне удобно говорить про Игоря в той части, в какой он был связан с деятельностью клуба песни «Гулливер». Потому что Игорь был одним из, не одним из, а главным музыкантом. И я могу сказать, что, например, наши самые значимые работы, скажем, вот песня «Ленинградский вальс», которую Александр Дольский признавал лучшим исполнением среди всех, кто брал в репертуар эту песню. И, например, нас исполняет музыка по лицам. Это все были музыкальные придумки, которые разработал именно Игорь. Я там как-то в этом участвовал, но в основном это был он. И очень многое из того, что было в нашем репертуаре, создавалось им. И вообще, вот сейчас вспоминая об образе этого человека, вот как Женя сказал, что 10 лет тому назад мы мечтали, да, я тоже был на этой встрече в Выборге на 40-летии, и я помню эти разговоры. И вот в этом году принято решение возродить снова этот клуб, этот театр, этот ансамбль «Гулливер», возродить и снова начать всю эту деятельность. И вот ребята, которые сейчас находятся на сцене, вот вместе с ними мы попытаемся это делать. И когда вы в апреле придете на очередные встречи, на наши концерты, я думаю, что это будет уже совсем другой уровень, не тот, который вы сейчас услышите. Хотя то, что мы делаем, мы все равно делаем с удовольствием.
Вообще, если заниматься этим, если выходить на сцену и петь, или читать стихи, или что-то, что-либо делать, если тебе это доставляет удовольствие, это самое главное. Потому что тогда, ну, тогда наверняка получат удовольствие и зрители. От чего-то такого, чего они услышат или додумают сами. Да? Больше ничего, пожалуй. Не буду говорить, если звучит моя гитара. Все наши концерты всегда, во все времена, когда существовал клуб «Гулливер», начинались вот именно вот так. Когда сбудется день иной, когда мы с тобою вернемся туда, откуда ушли давно, когда мы пробьемся сквозь полчища туч и через все ветра, и вот старый дом открывает наш ключ, бывавший в других мирах, когда мы вернемся. Мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. И может удастся нам снова достичь рубежа земного, который легко достигался, когда молодые года. Когда молодые года.
вам улыбнемся, мы скажем, что все позади, и может удастся нам снова достичь рубежа земного, который легко рассеялся. Другие ребята за нами пойдут дальше, чем мы с тобой, а нам оставаться по-прежнему тут, что ж отгремел наш бой. И если покажется путь невезуч, и на покой пора не даст нам покоя ни память, ни ключ, бывавший в иных мирах, когда мы вернемся. Мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади, и может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался, когда молодые года, когда молодые года. Я схожу себе по траву.
7 вечера в Корабелке, вот, нашей альма-матери, собирается Гулливер и репетирует. Поэтому сами всем расскажите, донесите. Виталик, в Бельгии. Святое дело. Ну, хотя бы раз в месяц. Сам, да, приезжайте. Следующая страничка Гошиной биографии нашей большой студенческой жизни. Это же, конечно, слюпочные походы. Василий Александрович отдельно выйдет и расскажет все, что он знает, думает, как он любил, любит и будет это делать всегда. А сейчас небольшая песня. Просьба выключить свет Володи Бережного. Поехали. Этой песней мы открывали все и вся в 87 году, поэтому будьте любезны, выслушайте ее до конца. Пойте вместе с нами, в смысле со мной, с Гошей. Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. Зеленью аллей и в пухе тополей я иду землей Невской. Может, скажет кто, вот климат здесь не тот, а мне нужна моя сырость. Здесь я стал мудрей и с городом дождей мы мазаны одним миром. Хочу я жить среди каналов и мостов и выходить с тобой Нева из берегов. Хочу летать я белой чайкой по утрам и не дышать над вашим чудом Монферран. Хочу хранить историю страны своей. Хочу открыть Михайлов замок для людей. Хочу придать домам знакомый с детства вид. Мечтаю снять леса со спасом на крови. Но снимая фраг, детище Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод. Он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой, мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь, врагов несломленный народ. Пройдут года, но не изменятся ничуть бойцы труда, идущие плечом к плечу в свой первый май, Дворцовой площадью побед от смольных стен до дальних голубых планет. Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. Зеленью аллей и в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, вот климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, из города дождей мы мазаны одни мира. Спасибо. Слово Василию Александровичу Сапожникову.
прекрасно. Раз показан поход по Черному морю, в котором участвовал Игорь Геннадьевич Кулаев. Стоять всем по местам, на мостик капитан поднялся, как всегда, уходим в рейс. Соленая вода, чужие города, но это не беда, пока ты есть. В Атлантике шторма, по 10 дней туман, и не найти полярную звезду. Кто знает, сколько лет у нас каникул нет, зато мы на своем пока ходу. Ходу, 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 мореходы, чайки над тельняшками парят. Шлюпаря нелетная погода не мешает бороздить моря. Шлюпаря нелетная погода не мешает бороздить моря. Где только не бывал наш судовой журнал, однажды боцман Тимофей Фомич. Он знает все и всех, попробуй сесть на берег, без берега останешься ты пик. Что Африка вкуснее, скучаем по сосне, девчонки часто снятся по ночам. Кому-то новый порт, но за матросский путь наградой будет нам родной причал. Ходу, 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 мореходы, чайки над тельняшками парят. Шлюпарям нелетная погода не мешает бороздить моря. Шлюпарям нелетная погода не мешает бороздить моря. Весла времени. Это ветераны шлюпочных походов, дорогие друзья. Очень важно, что мы сегодня собрались здесь все вместе. И, конечно, нас сюда пригласил, не побоюсь, а даже наоборот, усилию это слово, великий человек, Игорь Геннадьевич Чекулаев. Наш дорогой и любимый Гоша. Мы сегодня будем говорить, а больше будем петь для него. Терентьев заявил 50 песен от друзей для Гоши. Я знаю, что там считают. Дорогие друзья, вы, наверное, кто-то есть, может быть. Хотя не знаю, что в биографии Игоря есть такая страничка, как шлюпочные походы. Вообще он очень талантливый, очень креативный человек, музыкальный, поэт. Понимаете? И вот в походах, понятно, что он раскрылся везде, очень талантливо. Вот в походе по Черному морю, 88 год, советское время, от Одессы до Феодосии, это было что-то. Руководитель ансамбля, руководитель гид-бригады был известный вам Евгений Николаевич Рим. Ну и на поддержке и присяжной или коренной Гоша Чекулаев. По плану мы должны были всего на одни сутки зайти, поклониться или там отметиться знаменитым для всей страны, для всего Советского Союза в пионерском лагере «Артель». Но программа была составлена этими замечательными людьми настолько классно, красиво, патриотично, со знаменами, с фейерверком. То есть весь поход нас оставили, короче говоря, уговорили на целую неделю. Еле я их оттуда выкинул. Потому что пионерки, вожатые, шлюпарки и просто простой народ Крыма были влюблены в наших артистов и, конечно, хочу сказать, с днем рождения, Гоша. Погиб ли тот фрегат,
морской волной разбитый, или, может быть, пират пустил его ко дну. Но капитана ждет красотка Маргарита, но вдруг не утонул, но вдруг не утонул, но вдруг не утонул, но вдруг не утонул. Ах, как же страшно ждать, не видеть и нелепо, песок со зла швырять в зеленую волну. Зачем вы зеркала прикрыли черным крепом, а вдруг не утонул, а вдруг не утонул, а вдруг не утонул, а вдруг не утонул. А вдруг он жив-здоров, вдруг рано ставит свечи, а вдруг он в Санта-Крус за ромом завернул, а вдруг случился штиль и просто ветер встречный, а вдруг не утонул, но вдруг не утонул, но вдруг не утонул, но вдруг не утонул. И вот когда беда покажет глаз Алины, и безнадежный враг обнимет все вокруг, когда приспустят флаг в порту до половины, останется одно последнее, а вдруг останется одно последнее, а вдруг. Еще потом как-нибудь нам во втором отделении покажете свое все. Хорошо. Так, а теперь я бы хотел пригласить его ребят, друзей, которые с ним не только учились, а прошли все тяготы боевой и политической службы на военно-морском флоте. Это ребята из ССО «Атлант», это ребята, с кем Игорь жил, был, кутил, курил. И все остальное. Это Володя Тырва и Андрей Проня. А также Михаил, он же Петюнин. Итак, слово ребятам из «Атланта». Мне повезло в жизни. Когда я получил ключи от комнаты, стачек 88/2, также поднялся несколько ступенек на второй этаж, подошел к двери в той комнате, которую должен и решил не открывать, а постучать. Дверь открылась, и там стоял Гоша. «Абитур?» – спросил он, улыбаясь усы. Сказал «да». И, в общем, получилось так, что именно Гоша открыл мне дверь в Корабелку. Его светлая натура очень помогала нам на первом курсе. Мы жили с ним в семиместке, в восьмиместке, в семером. По вечерам он пел нам песни. Это было просто замечательно. И вот на моих глазах Игорь становился настоящим артистом. Вот эта постоянная шлифовка его песен, его музыкальных композиций. Он уходил в себя, занимался этим и нам показывал, что у него получалось. Это было, конечно, бесподобно. И вот теперь мы видим, каким он артистом стал. Я много лет не встречался с ним. Теперь познакомился снова с его творчеством через интернет и настолько поразился, что
Просто нет слов. Это фантастика. А вообще с Чапалаевым здорово было не только его слушать, а еще очень хорошо получалось с ним пить. Потому как люди все разные, голоса у всех разные, да? Вот. И вот в любой момент можно было так вот выпендриться, так выйти на соток, мазать от души. Вот. А Игорь так вот, так же, как до этого лидировал, так раз и в бэк-вокал. Вот. И откуда ни возьмешь, у тебя и голос такой, да, и слух появляется, и вообще такой музыкальный вкус, откуда ни возьмись, обретается. Вот. А Игорёша, вот он вот этим вот бэк-вокалом такой поддерживает. Так, тактично, аккуратно и не то чтобы ведет, а скорее, ну не знаю, подсказывает что. Вот. Ну, в общем, с ним было здорово, да. Пел как жил, жил как пел. Ну вот. Весь институт прошли через одну курсе. Я решил вспомнить, постараюсь вспомнить песню. Мы застали еще те времена, когда на Ульянке проходили вечера. Вот, песня Гоши Чапалаева и соавтор, вот они вместе с Володей сочинили песню, которую мы вот тогда на вечере на Ульянке исполнили. Я попробую ее вспомнить. Я встал сегодня. Я встал сегодня в 7 часов, я никогда так не вставал. И в институт идти готов, но вот беда, я опоздал. 8:35, не хотят меня отпускать. Вахта строгая теперь, закрыла перед носом дверь. Стою и мокну под дождем, один на улице пустой. Чем-то схожим с фонарем, только не хочет он домой. Стою и мокну под дождем, один на улице пустой. 10:00, еду к паре ко второй. Но забыл я студбилет, не пускают меня, нет. На третью пару пусть есть, но для учебы нету сил. Ни лекции мне отсидеть, ой, скажите, что на ней я был. Стою и мокну под дождем, один на улице пустой. Чем-то схожи с фонарем, только не хочет он домой. Стою и мокну под дождем, один на улице пустой. 12 и обед, не сладья от бесед. Скорей, скорей, буфет, там еще народа нет. Весь день, как девка в колесе. Со временем бесславно пьюсь. Зато я не такой, как все. Зато я не такой, как все. И на других совсем не злюсь. Стою и лопну под дождем, один на улице пустой. Чем-то схожим с фонарем, только не хочет он домой. Стою и лопну под дождем, один на улице пустой. Такая незатейливая стихия. Следующим, во-первых, спасибо «Атлантам». Вот. Хотелось бы отдельное слово еще раз предоставить Эдуарду Борисовичу Гершову. Thank you.
Эта песня, которую я хочу вам сейчас спеть, она была рождена Вадимом Егоровым задолго до того, как мы познакомились с Игорем. Но мне кажется, что я сейчас просто представляю себе, как бы она звучала из уст Гоши. Мне успеть бы сказать за оставшийся срок все, что позже нельзя, все, что раньше не смог, все, над чем свои перья ломал по ночам, все, о чем перед сердцем своим умолчал, о чем умолчал в этой жизни чумной, умолчал про стихи, убиенные мной, и про совесть свою, что за грош променял, и про женщину ту, что не любит меня, про далекую ту, про нелегкую ту, про гордыню ее, про свою маяту, и про то, как во мне ее голос дрожит, и про то, как истошно мне хочется жить. Понимаешь ты, жить хоть неделю, хоть час, мне бы только успеть, мне бы только сейчас строчку лживую сжечь, песню новую спеть, только мне не успеть, не успеть, не успеть, не успеть мне сказать за оставшийся срок все, что позже нельзя, все, что раньше не смог, все, над чем свои перья ломал по ночам, все, о чем перед сердцем своим умолчал. Участвовали Борис Борисович Гребенщиков, и там был и Дольский, и, в общем, в такой компании был хороший. И нам одна поэтесса, я сейчас не помню ее фамилии, сказала, что Гулливеры — это не большие люди, но это большие человеческие чувства. И вот мы старались всегда оправдывать вот это высказывание. Мы старались петь всегда о том, что нас волнует, что мы для себя представляли значимым и важным. И в то же самое время мы пели о том, что нам казалось смешным и над чем хотелось посмеяться, и чтобы вместе с нами смеялись и зрители. И вот я хочу спеть вам сейчас две песни, о которые для меня сегодня, сейчас являются очень значимыми, очень важными песнями. Вспомним, блокадные, скорбные были
небо в разрывах рябое. Чехов, что Прагу свою сохранили, сдав ее немцам без боя. Голос сирены, поющий тревожно, камни седые от пыли. Так бы и мы поступили, возможно, если бы чехами были. И осознать, вероятно, несложно, лет через сто или двести все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Горькой истории грустные вехи, шум Пискаревской дубравы. Правы, возможно, разумные чехи, мы, вероятно, не правы. Правы бельгийцы, мне искренне жаль их, брюки без выстрела брошен. Правы влюбленные в жизнь парижане, дом свой отдавшие бошам. И осознать, вероятно, несложно, лет через сто или двести все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Мы лишь одни простофили и дуры. Питер не выдали немцам, не отдавали мы архитектуры на произвол чужеземца, не оставляли позора в наследство детям и внукам любимым, твердо усвоив со школьного детства, мертвые сраму не имут. И осознать, вероятно, несложно, лет через сто или двести все осознать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Все воссоздать из развалин возможно. Это стихи Александра Городницкого. А музыку на эти стихи написал белорусский, ну, можно сказать, композитор Алексей Нежевец. И вот еще одна песня, появившаяся совсем недавно у меня в репертуаре. Правда, мы поем в дуэте эту песню, но мне так хочется вам ее показать, что я просто покажу вам ее один. Евгений Пальцев написал эту песню. Она называется «Город Н». Начинаю я стареть, может статься, память роется в замках и ключах. Раньше каждый отличал ленинградца по особому дворянству в речах. На вопрос «Вы ленинградец?» извечно, чуть поправив каверкота на плечах.
отвечал я с легким шиком, конечно, при ответе подчеркнув букву «Ч». Здесь, конечно, не в парадном ловко, и поребрик тут совсем ни при чем. А была у ленинградцев сноровка поворачиваться к ветру плечом. И как будто шла команда шальная всем поднять воротники и вперед, и зонты перед собой выставляя, ленинградцы шли в золотой поход. Кто здесь родом из города Н? Отзовись, мой земляк незнакомый, ты давно безутешно искомый. В геометрии мраморных стен отзовись, мой земляк незнакомый, кто здесь родом из города Н? Ленинградец пил стихи в день трилогии и умело возведя в эталон путать запах огурцов и рыбешки или прятаться в лесу из колонн. Было весело, как в детской считалке, жизнь была июльским лугом с росой. Бесконечный коридор коммуналки взлетной виделся ему полосой. Боги севера надменнее и строже, светит солнце тут свечою во льду. Потому неотличим цветом кожи ленинградец от скульптуры в саду. Словно кровь от пулевого ранения речка черная мертвела в тиши. Но смывали каждый год наводнения эти пятна с ленинградской души. Кто здесь родом из города Н? Это город листок из блокнота, а я строчка с его оборота в отражении мраморных стен. Это город листок из блокнота. Кто здесь родом из города Н? Улыбаюсь и грущу не для виду, пусть копейка превратится в талант. Только ищет он свою Атлантиду, тот, вернувшийся с чужбины атлант. И однажды мне аптекарь суровый, подтянув холоднотощим плече, на спасибо вдруг сказал: что вы, что при ответ подчеркнув букву «Ч». Начинаю я стареть, может статься, крутит память горьких мыслей, прощу. В каждом встречном я ищу ленинградца, Атлантиду в каждом встречном ищу. Подмигнет мне город мой тихой сапой, объясняя суть забытой игры. И мне кажется, под питерской шляпой ленинградские ржают вихры. Да, я родом из города Н, это город, которого нет. Там впадает Нева прямо в лету. Там я греюсь у мраморных стен. Это город, которого нету. Да, я родом из города Н. Это город листок из блокнота. Да, я родом из города Н. Отзовись, мой земляк незнакомый, кто здесь родом из города Н.
вас задержать еще на одну песню, ваше внимание, потому что она вряд ли вам известна, хотя она была рождена таким образом. Вот несколько лет тому назад в Питере проходила регата. Вот я точно не помню, какой это был год, но вот это была регата, которая после Кати Сарк... 2009. Да, когда вот на набережной все вот эти, зашли эти самые большие парусники в мире. И вот песня, вот, к открытию этой регаты. А он говорит, ну, давай попробуем. В общем, короче, теперь на следующий день позвонил и продиктовал стихи. И говорит, только мелодию я не придумал, а вот стихи есть, но подожди еще пару дней, и я напишу. И после того, как я прочитал эти стихи, я понял, что у меня есть мелодия, она вот есть в голове. Я позвонил снова Жене и говорю, давайте по телефону пропою вот то, что мне кажется, должно быть. Он послушал, говорит, о, замечательно, вот все, значит, я тогда ничего делать не буду, давай. Вот так я вставил. Я эту песню передал Анатолию Николаевичу Константинову, потом там сделали оркестровку. И я не был на этом открытии, но, как мне рассказывали, значит, в БКЗ «Октябрьский» под военный оркестр, который играл, аккомпанировал, вышли 5 девочек наших корабелок, не знаю их фамилии уже, которые пели вот эту песню. И она почему-то всем понравилась, и все так стали ее дружно напевать тогда, но потом как-то это все забылось. Вот я хочу вам просто ее в собственном исполнении, значит, еще там было условие. В тот год еще проходил в Питере саммит, посвященный Балтийскому морю, экологии Балтийского моря. И там собрались представители всех государств, которые имеют выход на Балтийское море. И вот Константин попросил, чтобы это вот как-то отражалось еще и вот эта тема экологии Балтийского моря. Ну, в общем, короче, вот что получилось. Когда на суше не было в помине ни городов, ни башен, ни следа, рождалось море в ледяной пучине, холодная прозрачная вода. Цепляет небо низкое за мачты кораблей, милее нам Балтийское земных морей. Оно шумит и ропщет, загадочно шурша. Пусть море будет общим и чистым, как душа. Мы выбираем сами повенчанную с морем на века. Мы шхуны одеваем парусами, как наряжают женщину в шелка. Цепляет небо низкое за мачты кораблей, милее нам Балтийское из всех земных морей. Оно шумит и ропщет, загадочно шурша. Пусть море будет общим и чистым, как душа. И пусть всегда с рассвета до заката скользит благословенно и легко. Назло штормам Балтийская регата, свободная, как в небе облака. Цепляет небо низкое за мачты кораблей, милее нам Балтийское из всех земных морей. Оно шумит и ропщет, загадочно шурша. Пусть море будет общим и чистым, как душа. И чистым, 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 чистым. Вот такая песня. Спасибо вам за внимание.
Спасибо. Мы еще вас услышим? Обязательно. Володя. Так, есть? Я думаю, что кто-то видел, но есть живой человек, который обязательно. Это Володя. Он написал стихи Игорю. Сейчас он их почитает. Светлой памяти Игоря Чекулаева посвящается. Вечер под гитару, Гошу у окна. Стачек 8-8, корпус номер 2. Пел он про веснушки, дворик и сюртук. Лето в корабелку поступило вдруг. Впереди учеба и большая жизнь. Мы начнем все снова, ты теперь держись. Запись в стройотряды будет нелегко. Я в Атлант поеду, ну а ты в Садко. К Лоцманской Сульянке осенью пойдем. Северно вернемся проливным дождем. И уже на сцене Гоша в КСП вместе с Гулливером едет по стране. Вот весна на Лоцманской фестиваль дает. Много ярких песен Гошка наш поет. Пролетела птицей юная пора. В автово не выйти сразу со двора. Гоша и гитара вечер у окна. Стачек 8-8, корпус номер 2. Сказали, что когда подключаешься вот к этому проводу, песня получается веселее. Сейчас вот заключительная песня первого отделения. По окончанию его можно будет принять участие в теплых процедурах по употреблению вкусного чая, кофе, сладостей. Вот. Потом мы продолжим наш праздник. Алло, я здесь. Поэтому те, кто заявлен во втором отделении, не слышно? Ладно, что это мою гитару? Это ты только Эдуарда Борисовича уважаешь? А как руководителя коллектива? Не работает? Туда я хожу, сюда хожу. Так я уже там подключался. Опять не работает? Сейчас-то слышно? Чуть-чуть. Погромче. Я уже подключался там. Илья, уже лучше? Гораздо. Уже гораздо лучше. Поехали. Роман, много фотографий. Все, которые есть про Гошу, показывай. Не стесняйся. Хорошо? Договорились? Молодец. Охота справа. Охота справа? Кто справа стоит? Сапожников. Ну, я вам все в перерыве объясню. Давайте не громко, давайте полголоса, давайте проститься светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло. Конечно, ужасно, нелепо, бессмысленно. Ох, как бы начало вернуть. Начало вернуть невозможно, немыслимо. Ты даже не думай забудь. Займемся обедом, займемся нарядами, заполним заботами быт. Легче, не так ли, так проще, не правда ли, не правда ли меньше болит? Не будем хитрить и судьбу заговаривать, и Богу, и стол.
там. Ах, как это мило, очень хорошо. Было и убыло, бывает, прошло. Мы все подошли ко второму отделению. Я с удовольствием предоставляю слово Алексею Васильеву. У него есть что сказать и про юбиляра, и про нас с вами, и про себя, и про все остальное. Итак, Алексей Васильев. Без пьезы зажигалок пришел? Ага. Ну, а... Это голос? Да. Раз, два. Алексей Васильев. А, гитара будет? Отлично. Всем здравствуйте. Говорят, что короля играет свита. Мы не короли. У нас в ходу... Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Я, к сожалению, вот с Игорем лично Чкуваевым не был знаком. Я где-то на стачек 88 жил на лет 7-8 раньше. Вот, но если бы у меня сейчас вместо гитары был бы стакан с водочкой, я бы его поднял и выпил бы до дна за друзей Игоря. Потому что то, что вы сегодня делаете, это великое, хорошее дело. Я уверен, что вашим песням сегодня дружно аплодируют своими крылышками все ангелы на небесах, которые хранят душу Игоря. И поэтому я хочу первую песню спеть вот для вас. Подпевание, подмечание, покачивание приветствуется. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. В лесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица,
лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Один день, когда я одеваю вот такой значок, его не видно, верно, да? Вот, это, да, это значок, да, за активную работу в комсомоле. А вот, да, я был активистом, и активистом меня сделала Корабелка. Да, очень-то таким активистом, что я после судостроительного завода имени Жданова 6 лет работал в обкоме, в ЛКСМ славном. Я объездил и отработал на многих стройках ударных комсомольских всей нашей страны. И вот, увы, конечно, сегодня я в темном, не только в памяти об Игоре, вот, комсомола тоже, увы, нет. И что особенно обидно, что и взамен-то ему тоже ничего нет. И я в свое время очень много писал, когда вот журналистику закончил, вот в рубрике «Комсомольский прожектор» для «Смены», для «Комсомольской правды». Вот, но уже в новые времена, да, когда я вернулся в журналистику, в Корабелку, я пытался когда возродить нечто подобное и в этом жанре писать «За кадры верфи». Вот, для всей редакции это кончилось плачевно, вы знаете. Вот, поэтому комсомол сегодня только в песнях. И поэтому песню, вот давайте мы ее вот вспомним. Все-таки сегодня такой святой день, я шпаргалку все-таки взял, потому что тоже уже бляшки склеротические. Но... Хорошо над Москвою рекой услыхать соловья на рассвете, только нам по душе не покой. Мы сурового времени дети, комсомольцы, добровольцы. Мы сильны нашей верной дружбой, сквозь огонь мы пройдем, если нужно открывать молодые пути. Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветное, только так можно счастье найти. Поднимайся в небесную высь, опускайся в глубины земные. Очень вовремя мы родились, где бы ни были с нами Россия. Комсомольцы, добровольцы, мы сильны нашей верной дружбой. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно открывать молодые пути. Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветной, только так можно счастье найти. Лучше нету дороги такой, все, что есть, испытаем на свете, чтобы дома над нашей рекой услыхать соловья на рассвете. Комсомольцы, добровольцы, мы сильны нашей верной дружбой. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно открывать молодые пути. Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветной, только так можно счастье найти.
Евгений. Здравствуйте. 29 октября действительно праздник День комсомола. И мне посчастливилось быть профессионально в этом во всем, в нашем, в хорошем. И сегодня меня порадовали мои адмиралтейки, наши адмиралтейцы, это комсомольцы, молодежные, вернее, комсомольские организации, да, вот они сегодня здесь. Огромное им спасибо, поддержка. Вот, мы вместе с Гошей работали на адмирале. Вот, Гоша с 89-го попал на завод. Тоже, кстати, он же закончил прочность, шестерку, и было очень трудно производственной коллективе, потому что всех их направляли в НИИ, там, Рубин, Малахит, Айсберг, что Аврора. А вот чтобы попасть в производство, это было очень трудно. Но мы с Гошей добились этого, и он попал в цех номер 9, там, где спускали ледокол Ленин, там, где строят сегодня самые современные наши атомные вот, лодки, не побоюсь этого слова. Гоша был на заводе не только комсомольцем, но был еще хорошим производственником, он работал мастером, он был технологом, он был инженером АСУ. Вот, все о нем вспоминают прекрасным словом. Дальше судьба его повела в Выборг, но прежде чем попасть в Выборг, вот, я сейчас слово предоставлю еще нашему одному другу, это Илья Глазов. Это наш гулливеровец, пошива 80-х годов. Вот, он умеет и умел все, поэтому любите его и встречайте его. Да. Вот. Вы не отпускайте его пока вот, долго. Он может много, до сих пор везде поет. Вы расскажете? Научник. Да, да, да. Илья Глазов. Анастасия, рассказывать о том, где и какими краями мы с Гошей достаточно близко на стачках 88/2 пересекались и нежнейшим дружеским образом общались в песенных каких-то форматах и в курилочке где-то. Может, достаточно долго, поэтому я не буду на этом подробно останавливаться, потому что это было достаточно у многих людей, я особо не отличаюсь от них. Подхватывая некоторые мотивы, которые звучали здесь сегодня же с этой сцены, такую тему вот про Питер, я позволю себе сегодня немножко для вас прочитать из себя любимого и спеть из себя любимого. Ну, долго займу ваше внимание. Если что, да, если что, вы меня останавливаете. Да. Моя любовь на европейских сквозняках простуженная бредит Ленинградом, где рядом друг и враг заклятый рядом, все на виду, и небо на руках, и ангел золоченным мотыльком пришпилен к туче Петропавловской иголкой. Здесь вроде все на месте, только мне этот город будто незнаком. Я так хотел вернуться, что искал похожие названия на чужбине. А город изменил фасад и имя, а жителей по свету разбросал. Он очень одинок без них, но тут так изощренно толчья и давка у новенького сытного прилавка. Но ленинградцы больше не придут. Из стройных рядов ансамбля «Гулливер» под руководством Эдуарда Борисовича Ершова я направил свои стопы по велению Родины в другие ряды, где честно отмаршировал и частично отыграл в оркестре. Скромность, как и талант, не спрячешь. А вот моему другу повезло меньше. Он провел год в плену в Пешаваре, его чудом вытащили, мы это дело решили с ним отметить, значит, оставили очередь в винный магазин, после чего услышали вопрос: мальчики, а вам 21-то есть? В общем, мальчикам не было, документов у нас не было, но мы мужикам сунули, и нам все-таки взяли. И это было таким вот прологом, сильным тычком. Я написал свою первую песню,
который назвал «Оценка». А помнишь, года три тому назад, когда еще призывниками были, тебе неведом был афганский ад, и мне не снилась паранжа из пыли. Нас сжал в объятиях милый Ленинград, дорогой службу звонким словом крыли. Глотать приказ и не смотреть назад, мы в 18 это право получили. Глотать приказ и не смотреть назад, мы в 18 это право получили. Права на черствый, с черной коркой хлеб и на устав, что в горле кляпом. Право молчать, когда ворует прапор, или делать вид, что просто ты ослеп. Мы получили право умирать, стране долги по капле пота отдавая, когда она, как женщина чужая, посмела эту чашу расплескать, когда она, как женщина чужая, посмела эту чашу расплескать. И вот простейшее арифметическое действие при входе в каждый винный магазин совсем не три имели, а посредственно между 18 и 21. Совсем не три имели, а посредственно между 18 и 21. А помнишь, года три тому назад, когда еще призывниками были, тебе неведом был афганский ад, и мне не снилось раньше из пыли. Гитару хорошо слышно, все нормально? Баланс, да? Спасибо. О-о-о, это шарфик. Почему-то вот за эту песню, такую ругательную, достаточно злую, было, ну, поверьте, это было, ну, страшно, такой плевок, понимаете? Парни, я-то ладно, сказать, я с этой стороны речки был, он тут человек выстрадал, вот, всем будет сказать, а, слышь, а тебе есть 20? Ну, такое. Вот, дали чугунную чушку за лучшую патриотическую песню на фестивале песни в Г. Пушкин, как сейчас помню. А? Ну да, протестная, да, но почему-то решили, что она патриотическая. Ну ладно, пусть будет, правильно. А, жизнь шла своим чередом, у Коши по-своему, у меня по-своему. Дорога, гитара, рюкзаки, трассы привели меня, в конце концов, в Харьков. Там мне подарили книжечку. Я читаю книжечку «Репринтное издание Осипа Ильича Мандельштама». Я читаю, и там настолько все про ту самую жизнь, которая меня касается. 25 лет в кабаках у микрофона, поэтому такая вот улыбка в адрес Александра Николаевича Вертинска. Целый день сырой осенний воздух я вдыхал в смятении и тоске. Я хочу покушать звезды золотые в темном кошельке. И, дрожа от желтого тумана, я спустился в маленький подвал. Я нигде такого ресторана и такого сброда не видал. Мелкие чиновники, японцы, теоретики чужой казны, за прилавком щупают червонцы, человек, все они пьяны. Что мне делать с пьяною равой? Как попал сюда я, боже мой? И если я на то имею право,
разменяйте мне мой золотой. Если я на то имею право, разменяйте мне мой золотой. С тем, чтобы закончить вас, злоупотреблять вашим вниманием, песня, написанная в тяжелых камерных условиях, как сейчас помню, бумагу я прятал в унтах, писал каким-то карандашиком, в камеру проносить ничего не положено, все это почему-то называется «Баррикадная цыганочка». То есть такое было время, когда, ну, в общем, непонятно было, кто где окажется, и, в общем, разбрасывалось их в разные стороны. Почему-то баррикадная цыганочка. Скоморошенка. Прогоняй дом чужой, все же бой. Хлеба есть, каравай, давай играй. Обидит тебя кто? Бог! 100 друзей, не рублей на что. Да нож хоронишь свой под полой. Как увидишь сволочей, сразу бей. Как заслышишь сволочей, сразу бой. Бой, кричи, играй, звончей. Смей, смей, секайся на своих, да на грехах. При народе, на чужих, да на глазах. То ли поезд, то ли топот копыт. Кто же, кто же, кто же, кто же. То, как не ты, эх, не мять басом у ковы. Мыль, веревочку, сокол, мыль. По майданам, деревням, тут, это там. Скоморох, не видать, стыд да срам. Чужих мне баб не посметь. Поцелуями нынче, блядь, а ваш голова легла поперёк, господи. Да чего ж ты далёк, а ты не скули, не плачь, коли палач. Коль горячишься за калач, не уйти тебе от молвы. Да за печками, до поры, да там лежать, отдыхать. До поры, до времени, а твою мать, до поры, цела резьба у винта. Будет времечко большого бунта, встанет, грянет колокольная Русь. Ты не трусь, ты только не трусь, ты не бойся, не дрожи, ты держись. Мы заплатим смертью за жизнь. Ты держись, мы заплатим смертью за жизнь. Представляете, сколько мне еще песен-то надо писать, чтобы да. Вот так же. Илья, ну, огромное тебе спасибо за память нашим другим. Я не сомневаюсь, что ты всегда будешь отзываться на наши простые позывы побыть с нами. Позывные, позывы. Позывы – плохое слово. Позывные. Принимается. Спасибо, Илья. А сейчас слово... Я бы хотел предоставить, как вы думаете, кому? Комиссару шлюпочных походов 80-х годов и 90-х, и 2000-х. Вот он нас учил жизни. Сейчас он расскажет, как ему удавалось сделать. Он поет другие песни, но они такие красивые. Это я понял лет через 20, понимаете, когда уже вот, да, повзрослел, видимо. Итак, Валерий Польский. Спасибо, Женя, красиво сказал. Ты же нас научил больше. Ну да, что так отличили. А вы знаете, я готовюсь к этому концерту, потому что в каком-то смысле всегда готовишься, да? Я вспоминал, что и как мы общались с Гошей, это было не очень много общения, но я по времени, может быть, с ним общался не очень много, но как-то плотно. Вот как раз в этом походе, который вокруг Крыма, да, мы с ним дважды зависали в ночных разговорах. Я выходил покурить, и что-то Егошка там курит. И мы как-то языками зацеплялись, и часа два, наверное. Меня поразило, когда
А у этого человека, он моложе меня, там, на 15 лет, там, не знаю, наверное, да? И из него такое тепло исходило, и из него исходила любовь. Вот, вот другого слова не могу сказать. Он был человеком, которым вот на него смотришь, что бы он ни пел, это была любовь, это было выражение любви, и я абсолютно в этом убежден. А вторую песню я спою как раз, но Женя говорит, красивая, из красивых. Мы тогда с Гошей тоже об этом говорили, это было время там перестройки, ДДТ, там рок-музыка, туда-сюда, отлично, все там, и КСП, и Дольский, все кто угодно, да, Куджава. Говорили, а как там мы даже, а чем, а что поешь, ну там, я говорю, да, там, я глупые песенки любви, он, а Силы Лавсон, ну понятно. Так что с этих у меня как раз и пошло это название. А песню первую я хочу передать привет через меня от Арсения Тарковского Гоше. Мир незрения, сила моя, два незримых алмазных копья. Клохнет слух полный давнего грома и дыхание отчего дома. Жестких мышц ослабели узлы, как на башне седые валы, и не светятся больше ночами. Два крыла у меня за плечами, я свечая сгорел на перу. Соберите мой воск поутру, и подскажет вам эта страница, как вам плакать и чем вам гордиться. Как веселье последнюю треть раздарить и легко умереть, и под сенью случайного крова разгореться посмертно, как слово. Я свечая сгорел на перу, соберите мой мозг поутру, и подскажет вам эта страница, как вам плакать и чем вам гордиться, как последнюю треть раздарить легко умереть, и под сенью случайного крова разгореться посмертно, как слово. Я свечая сгорел на перу, соберите мой воск поутру. Я хочу целовать твои ноги и смотреться в глаза твои ясные. Чтобы боли твои и тревоги улетели, как тучи ненастные. Чтобы боли твои и тревоги улетели, как лучи ненастные.
хочу целовать твои руки и смотреть, как рождается вечность, поглощая всю тяжесть разлуки и рождая надежды безвечность, поглощая все беды разлуки и рождая надежды безвечность. Я хочу целовать твою душу и любить тебя так, как умею. Я твой мир никогда не разрушу. Обниму тебя и согрею. Я твой мир никогда не разрушу. Обниму тебя и согрею. Театр «Темп». Ира руками машет. Выходи, раз машешь. Что там? Ира, быстрее с Ларисой идите помогайте. Значит, у Клювера всегда был, ну, неправильно, Эдуард Борисович, сказать, что старший брат, там, не знаю, старшая сестра, но вот два коллектива, театр «Темп» и Гулливер, занимались там, вот за стены, понимаете? Мы там распеваемся, они распеваются, мы дида-деда, они дида-деда. Мы, значит, там, что-то у нас там постельная сцена, любят темповцы вспоминать, а они там какие-то... Тоже какие-то хорошие песни про любовь. А тем более Валера нас научил целовать ноги в шлюпочном походе, поэтому мы нормально смотрите на все. Вот. Поэтому перед вами лучшая половина, лучшая часть. Вот. Я имею в виду вот здесь, вот. Тут не надо. Театра «Темп», художественный руководитель и режиссер Валерий Арменович Саруханов. К нам часто приходил Гоша, у нас учил петь. Когда мы ничего уже не могли. Было такое? Ну, сами-то что-нибудь скажете, может? Вы микрофоны поднимите, что-нибудь поделайте. Женя, мы себе доверяем. Вот вам микрофон. Ой, Алиса, вот, говори. У нас была одна песня на двоих. Вот, песня про студента. Да вот и я, потому что вот вы тоже, не бойтесь.
Вас не бросишь, я иду к вам. Идите ко мне. Идите ко мне уже. Женя, что мы поем? Песня про студента. Студента в шляпе, да. Студента в шляпе. А вы хотите что-то другое? Подождите, сейчас у нас не поймут. Вот песня про студента. Здесь же все студенты, да? Как минимум два я точно знаю. Да. Баба-да-ба-да. Еще раз. Это из соседней репетиционной. Из соседней репетиционной, да. Вот, помогайте. Всегда помогайте. Девочки слева, мальчики справа. Традиционно. Когда Господь создать задумал этот грешный мир и разные жидности его напичкать, конечно, первым делом он студента сотворит по своему подобию и обличью. А чтобы не грешил студент и не терял минут, он сессию придумал и декана. Студенту это будет почти как страшный сон. Вот какова была его программа, мама! Но получилось все совсем не так, как думал он. Мы сессию сдаем без напряжения. Не страшный сутана для нас, а просто дивный сон. А сон проходит после пробуждения. И чтоб подольше удовольствие себе продлить, по 20 экзамен тот же самый заваливать готовый, потом опять забыть. И сессии не стоит делать драмы, мама! И сессии не стоит делать драмы, мама! И сессии не стоит делать драмы. И чтоб подольше удовольствие себе продлить, по 20 раз экзамен тот же самый заваливать готовый, потом опять смотреть. И сессии не стоит делать драмы, мама! И сессии не стоит делать драмы, мама! И сессии не стоит делать драмы, мама! Лариса, останемся. Наша песня была, к сожалению, один из наших друзей, еще Ворса Игорь, сейчас находится, отдыхает в больнице. Вот, Жень, не могу прийти, но спойте за меня песню «Нам сестренки Каю». Лариса, поможешь? Поэтому вы вместо Ворса, или я вместо Ворса? А я Женя. Нам сестренка и Каю. Наша мама на юг улетела недавно. Жизнь без мамы не мёд, это ж каждый поймёт, а с отцом и подавно. До метра корона папа нас поутро кормит жёлтою кашей. Он дыла, как дымок, ему потому не до жалости нашей. А пошалить хочется очень, ведь не так много не хочет каждый отец, и даже отчим это поймет. Вот вчера, например, я такое имел, полетать захотелось. И была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу. Вышли мы на балкон, пусть на нас и закон поглядят домочадцы. По небу мы, ах, сиганем на крылах, чтоб по воздуху мчаться. Были под нами реки, поля, мы у сербы пап, падали шляпы, вот красота. Только бы папа не увидал. Я почти улетал, но отец увидал. Представляете жалость? Он расширил глаза и схватил меня за. То, что ближе лежало, папы страшен наскал. Я от папы скакал, как лошадка в галопе. И как будто коня папа шлепал меня по горцующей попе. У всех отцов богатый опыт по мастерству шлепанья попы вот подрасту. И буду шлепать папу я сам или попу. Мы отца не виним, мы помолимся с ним и забудем о ссоре. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, называется порох.
путем я встречу вместе с папой. Шляпы, кстати, нам помогали, когда мы вступали, потому что волосы были другие, и на них можно было завязать что-то, бантиком. И на одном из выступлений так мы договорились, кто-то неожиданно привязал, а кто-то неожиданно поднял. Это был, можно было песню дальше не продолжать, потому что всех почему-то так порадовалось. Так. Ура. Про парикмахерскую. Парикмахерскую. И подождите, Василий Александрович, мы еще не закончили, а вы уже про политмагическую. Про лютку, в смысле? Я что-то другое хотел. А, подождите, Василий Александрович, не мешайте. Извините, пожалуйста, но... Так, очень интересный период в жизни Игоря, это был и есть, это Выборгская эпопея, когда в 2000 году мы в воле судеб, я не знаю, это счастливое обстоятельство, когда, закончив «Корабелку» в 85-89, неожиданно в одном, представляете, месте оказываются там четыре друга. Саша Значко, это Коля Савин, и Гоша, и я. Это что-то с чем-то. Поэтому, поверьте, Выборг... это Выборг, да. Выборг — это Выборг. Он до сих пор вспоминает Выборгский судостроительный завод, как эти парни, значит, держали все в своих руках. Вот. Сегодня у нас из Выборга, кроме меня, еще есть Витя Арнольд. Витя, выходи. Помогайте. Вот. И мы передаем вам большой привет. Большой привет из Выборга. На самом деле, мы не только пели, ну, я не говорю про работу, вы понимаете, что мы еще и работали, да? То есть, помимо работы, мы играли во все. Вот, танцевали благодаря Вите, это лучшая нога Выборга левая. Вот. Соответственно, Гоша, как был, он оставался лучшим голосом России, Петербурга, но еще стал еще вот, Выборг, понимаете? А мы вот были где-то рядышком, не мешали ему творить чудеса. Первая песня, которую мы исполним, песня про эскимосов. Илья, микрофон попробуй. Раз, два. Нет, если вы ждете песен, которые вы ждете, они похожи будут. Не волнуйтесь, мы их тоже поем. Что, Василий Александрович? По северу ехал один эскимос. Везли его 10 собак и барбос. А сам эскимос, несмотря на мороз, на надок веселую песенку вез. Собаки бежали, трясли языком, веселый барбос был у них вожаком. А сам эскимос, несмотря на мороз, на нарах веселую песенку вел. У тепла во рта ушла, прославляя родные места. А сам эскимос, несмотря на мороз, на нарах веселую песенку вел. Эй, кем ты, Сергей, ля, кем ты, дырбай, яка. Эй, кем ты, Сергей, ля, кем ты, дырбай. Няу, 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 ай, дырбай. Принеси его сюда. Следующая песня, понимаете, родилась легко. И вот, и, да. Песня со стулом называется. Нас часто ругают за ее.
за ее, за ее ругаю. Нам нравится. Поэтому, кому не нравится, не ругайте. Видите, вы готовы? Значит, песня с субтитрами. Да. Нас сестренка Кирилл. Нет? Нет, другая. А, как это было? С Витей мы познакомились в Корабелке давно. Итак. Победительница многих турслетов. Вау! Как-то был в командировке тот колхоз «Зеленый лук». 49 километров от Бердичева на юг. А какие там коровы и парное молоко, а какие там девчата, позабыть мне нелегко. Там, где в речке, Кузьи брод, макает Вову по утрам колхозный скот. Там вечером на лавочке меня Маруська ждет. Там вечером на лавочке меня Маруська ждет. Городские не такие, у нее фигуры. О, городские все худые, как селедки большинство. А Маруська как обнимет, как поставит фраза. Ощущение такое, что попал под паровоз. Там, где в речке, Кузьи брод, лакает воду по утрам колхозный скот. Там вечером на лавочке меня Маруська ждет. Там вечером на лавочке меня Маруська ждет. Вот конец командировки, уезжать пришла пора. С чернобровою Маруськой я прощался до утра. Но лишь только утром ранним я шаганул за ворота. Деревенские ребята мне навешали ля-ля. Там, где в речке Козий брод, лакает воду по утрам колхозный скот. Там вечером на лавочке меня Маруська ждет. Там вечером на лавочке меня Маруська ждет. Следующая песня очень простая, поэтому все, кто знает английский, это песня не для вас. Вот. Эта песня звучит на немецком языке, она звучит очень редко, раз в полгода. Вот. Следующий раз мы ее услышим в апреле, конечно же. До следующего года. Итак, кто мажор? Может, мы с Гошей и с Витей не только танцевали, мы еще объездили всю Финляндию и всю Германию, представляете? Вот, поэтому немцы знали нас хорошо, мы их тоже. Ich bin schon seit Tagen verrückt in Rosamunde und denke jede Stunde, sie muss es erfahren. Sie kriegt ihn mit dem Vorlachen, darf ich alles machen, ohne mal zu küssen. Aber heute bestimmt gehe ich zu ihm, Gründe habe ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin. Und sag ihr, verlieb ich bin. Sag sie dann doch gleich, ist mir egal. Denn ich warte nie so nach nochmal. Ich nehm sie einfach in den Arm.
Und sage mit meinem Charme, Rosa Munda, schreib mir dein Herz und sag ja. Rosa Munda, frag doch die Herz, die Mama. Rosa Munda, glaub mir, auch ich bin den Treu. Denn so schön der Rosa Munda, ist mein Herz gerade noch frei. У девушки веселая улыбка и розового цвета, хорошенькие губки. Не спал я, не ел я уже почти неделю. Влюблен я в Розамунду и целовать хочу. Но решено, я нынче к ней иду. Любой предлог для этого найду. Ну да, я просто встану перед ней и о любви скажу своей. Скажу, что без нее не в силах жить. Ну да. Что я прошу ее меня любить. А как же? Ее я за руку возьму, а разреши так обниму. Все вместе. Роза Муда, губы руками зари. Роза Муда, сердце ты мне подари. Только с мамой не говори ни о чем. Ты поверь мне, Роза Мунда, одна лишь ты в сердце моем. Песня. А, что рассказать? Что-нибудь расскажи. Ну вот, кстати, вот по поводу Розамунды, мы вот были в Германии, мы ездили с сестрорецким коллективом танцевать, и там были и Гоша, и Женя, все. У нас очень был высокий уровень, ну, не, к немцам, извините меня, Дюссельдорф, там, деревушку. Вот, и мы там, ну, когда немцы нас встретили, там в основном были пенсионеры, ну, то есть, люди уже в возрасте, и они нас встретили, и вот мы сидим, потом, когда эту песенку спели, и у нас как будто, ну, растаяло, вот, лед растаял, и доверие, и вот, и пиво. Мы, и мне посчастливилось с Гошей попасть к одним, ну, пенсионерам, мы вместе жили. И вот, зная его привычку, это покурить и выпить кофе с утра, вот, ну, Гоша всегда любил кофе, и вот он все ходил ко мне, приставал, и типа, проси у них чайник. А я что-то забыл, как по-немецки чайник. А они, ну, не, в общем-то, ну, разговаривал так на бытовом. А вот чайник забыл. Оказалось очень просто. Ну, они сами потом сказали, бойлер. То есть, в принципе, потом нам дали чайник, и Гоша счастливый, сигареты с горячей водой. Вот. То есть, было очень весело. И всегда у него такие приколы были, но с ним никогда не соскучишься. Вот. Спасибо. Вот. Что мне, спасибо судьбе, меня свела с такими людьми. Я считаю, что вот они были мои как бы товарищи и учителя в какой-то степени. Потому что, ну, Женя и Гоша уровень. Все. Спасибо, Люди. Андрей, песня из давнишних, из тех времен 80-х, когда, ну, споешь круг друзей с нами, оттяни. Кто тоже хочет, подтягивай, споем. Споем, давайте. Микрофона, что? Все, больше никто не пускает. Так, давайте, ближе. Я тогда
зову гостей, зову гостей, своих друзей, зову всех тех, кого люблю, давно люблю. Зазвенит голосами вдруг, и улетит, улетит, улетит горький дым на зло, и оградит, оградит нас надежно от синих вьюг наш тесный круг. За окном, за окном предрассветный час. А за окном тусклый свет фонарей погас. Ночь не сумела, ночь не сумела в который раз коснуться нас. Лосманская улица, куда бы нас судьба не занесла. Наш
Московская улица, ты с этой дружбой узнаешь всех. И на Кирюса, и Деленсия, всегда готов подплыть корабль наш. И корабело дружный экипаж встает волны. Зеленая скала и мощно шторки, как старик сутулится, куда бы нас судьба не занесла. Наш порт Крепиский, Лосманская улица, куда бы нас судьба не занесла. Наш порт Крепиский, Лосманская улица, а на него и опять встает заря. Полвека вузом прожита не зря, сосед Марии и всему привет. А мы споем и через сотню лет. Споем малы, зеленая скала и мощные шторы, как старик сутулится, куда бы нас судьба не занесла. Наш порт Крепиский, Лосманская улица, куда бы нас судьба не занесла. Наш порт Крепиский, Лосманская улица. Второе время нашего концерта окончено. Всех ждет, ну, включая Володя Бережнов, я думаю, нам приготовил его обязательно. Вот. Кто захочет попеть, продолжить. В третьем отделении. Можно будет это поделать, я считал. Гоша всегда очень любил одну, и все любили, и любят, и будут любить эту песню. Это «Вечер на рейде». Мы всегда, когда в походах, это такая душевная песня. Я думаю, сейчас мы все вместе ее споем. Я открою вам маленькую тайну. При подготовке сегодняшнего концерта, я думаю, надо сесть и вспомнить... Сейчас, три слова. И надо вспомнить все песни, которые мы с Гошей перепели. Он отдельно пел коллективами. Получилось ли только 100. Поэтому замечательно, что есть одна песня, которую Гоша любит больше всех. Василий Александрович. И вопрос. У меня их вот 98 написано. Начнем с вот этой, которую сказал Василий Александрович. Договорились? Хорошо? Хорошо. Когда начнем? Кто вас узнает? Сапожник. Ты мне рассказывай. Мы в ранней Европе жили втроем. Понимаете, сапожник... Бортников, Терентьев и я. Мне почему-то никогда не удавалось поспать в радиорубке, когда мы шли. Вот. Мне все время удавалось вот туда меня дают на полубак. Ну вот что-то мне не давали места. Итак, вечер на рейде, да? Мы вдвоем? Какой? Какой? Вершовки. Какой? Она ей называется «Вечер на рейде». Да. Гарпорисы, присоединяйтесь. Вас записали. Записали? Сапожников, он большой организатор. Надеюсь, не соврать. Польский у вас? Польский, вы где, уважаемые? Идите сюда. Короче, всем, кто за 50 сколько-то выходит на сцену, поедет. «Вечер на рейде», видимо, это очень... Комсомольская песня такая. Молодежная, прошлая. Да, вообще забойная. Просто забойная песня. Абсолютно молодежная. Называется «Объявил перерыв», не снова лезут. То есть тех, кто не получил удовлетворение, а мы хотим попеть. Это. Давай. Ты еще не горящий, что ли? Друзья, ведь завтра в поход. Уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, устам подпоет седой волевой капитан. Прощай, любимый город, уходи в зал. Знакомый платок на рукой.
Пожилось, к сожалению, что в ноге от
от родимой земли. Испытаю глубиной понюжения глубину твоей чистой любви, глубину твоей чистой любви. На пирсе тихо в час ночной тебе известно лишь одно, когда устала я под лодом, из глубины идет домой. Когда устала я под лодом, из глубины идет домой. Пить чаю. Вот. Те, кому надо срочно домой, бегите. Те, кому не надо срочно домой, не бегите. Как все. У нас осталось много хулиганских джуточных песен, поэтому не уходите. Туманный город замели, легли на уличное ложе, и сразу сделалось похоже, что начался пожар земли. Но не нальет его вода, горят в нем дни, минуты, даты, и день, который был когда-то, сгорел, растаял без следа. Те несмелые слова переплетались кружевами, и плыли облака над нами, и тихо падала листва. Смотрели улицы на нас, мигая искрами трамваев, и мы прили еще не зная, что близится тумана в час. И он пришел час перемен, и в настроении, и в погоде. И мы друг друга не находим, попав в туманный тяжкий плен. Дожди на перекоре теплу кропят витринные экраны, и посиневшие туманы скользят по стеклу. Туманный город замели, легли на уличное ложе, и сразу сделалось похоже, что начался пожар земли. Но не зальет его вода, горят в нем дни, минуты, даты, и день, который был когда-то, сгорел, растаял без следа. Песня. Гитару вообще слышно? Меня ведь тут не видно, слышно нормально. Пойдет, Мишка, отлично. Песня, которую на ковре и желтых листьях любили. Поем? Да? Можно? Ну, как хотите. На ковре и желтых листьях платьице простое, из подаренного ветром пепельшина танцевала подворотне осень вальба.
как сон отлетал теплый день, и крепло пел саксофон. И со всей округи люди приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетались птицы. Танцовщице золотой захлопав крыльями, как давно звучала музыка там. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осенью танцует вальс бастон. Там листья падают вниз, пластинки кружится диск. Не уходи, будь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Опьянев от наслажденья, о годах забыв, старый дом давно влюбленный в свою юность, всеми стенами качался, окна отворив, и всем тем, кто в нем жил, он это чудо дарил. А когда затихли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Загрустив, всплакнула осень маленьким дождем. Ах, как жаль этот вальс, как хорошо было в нем. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон. Там листья падают вниз, пластинки кружится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон. Нам это имя от рождения дано. Флоты мы строим для России. Давным-давно, давным-давно, давным-давно профессора от нас рыдают. Нам это право все равно. Зато в пивбарах уважают. Давным-давно, давным-давно, давным-давно стать корабелом, ох, непросто, а быть подводником не каждому дано. Наш институт орденоносный, специалистов для страны кует давно. Идут года, летят столетия, не прекращается красивое кино. Прекрасный тост, рюмка третья, за тех, кто в море повелось давным-давно. Была исполнена песня Юля. Получилось? Так. Ну что тут хорошего еще нам? Давайте крикните что-нибудь, я буду. О! Я! Кто там? Людка! Да. А, Людка. А давайте. Или козу сначала? Козу. А, козу. Козу, ну позовешь. А? Скажу сначала. Я украдкой взмахнул слезу, все вокруг улыбается, завела ты себе козу, а коза то будается. Ходит, бродит она у ворот, и проникнуть к тебе не дает, и проникнуть к тебе не дает. Ты в козе, я ходил
Лоб-лоб, план мой, то птический, вновь глаза на моем пути. И глядит иронически, а ей на чувства мои наплевать, а ей бы только меня заподать, а ей бы только меня заподать. От досады плетень грызу, под душою в депрессию, ненавижу твою козу. Ой, ненавижу агрессию, но любовь мне твоя дорога, а за нее я пойду на руга, а за нее я пойду на руга. Сюзанна, о-о, Сюзанна, о-о, Сюзанна, выйди в огород. Все-таки про Сюзанну и кто-то мы придумали. Будет, кто-то будет спрашивать, кто придумал, это мы придумали. Отлично. Так, Людка, да? Не та тональ, да? Подождите, какая же? Нравится мне жутко, парикмахера Людка. Бесконечная песня. Но поклонник рьяный, кто-то из мадьяров. Пара-ру-ра-ру-ра-ру, есть у Людки отчим, я ее озабочен. Я же робок, то есть, и вот спешу на поезд, не зову, не плачу, денег зря не трачу. И не бью я вроде никого по морде, просто не мешаю, просто уезжаю. Пара-ру-ра-ру-ра-ру, задержусь минутку в телефонной будке, опущу монету и совру, что это была просто шутка, и поверит Людка. Пара-ру-ра-ру-ра-ру, задержусь минутку в телефонной будке, опущу монету и совру, что это была просто шутка, и поверит Людка. Чего, не останавливает меня? Так, что еще нам хулиганского сказать? Катя. Какую? Катю. Бульдозер. Бульдозер? Да. А кто спросил? А, я сказал. Я, блин. А как без бульдозера? Давай. Нет, надо, если сказали двое хотя бы, а то один это мало. Двое сказали бульдозер? Двое, два. Хорошо. Карта на объекте, я бульдозер встретил. Розового цвета, черным орнаментом. А то, а то, карта на объекте. А то, а то, черным орнаментом. В ее сидела Дуся в желтеньком жилете. Мощность Беларуси мигом я отметил. А то, а то, в нем сидела Дуся. А то, а ты мощность Беларуси. Плавно рычагами Дуся управляла, стройными ногами дрёсель нажимала. А ты плавно рычагами, а ты стройными ногами. Мой мужской характер сразу пошатнулся, мне её бульдозер очень приглянулся. Отпу, мой мужской характер. Отпу, мне б ее бульдозер. На меня ж внимание она не обратила, развернувшись задом, города укатила. Отпу,
на меня ж внимание, а тут, развернувшись задом. Дуся, дорогая, и где теперь копаешь? И кому другому душу развертаешь? А тут, Дуся, дорогая, а тут, и кому другому? На этом наш концерт. Про любовь. Какую? Песенку про любовь. Женщина бомба. Уленька, да. Ну вы выйдете. Катенька, вы выходи на сцену. Значит, у нас присутствует Катенька, это дочка Гоши. Давай сюда. Гошина. Да, Гошина. Гошина дочка. Катя и жена вдова Ольга. Катенька, ну что-нибудь крякни. Какой нам песню, что ты в метро пела? Сейчас, подождите. Спой песенку, что ты в метро пела? Бери микрофон. Хочешь микрофон? Хочешь микрофон? До-до-до-до-до-до-э. Мы играли во дворе, увидали стрекозу и лохматую козу, и котенка, и щенка, и веселого жука. Но увидев наших мам, разбежались по домам, Коллега, спасибо. Спасибо большое за вечер. Было очень приятно. Жду приглашения на... Столетие. На весну на Лосовской. До свидания. Всем большое спасибо. Нам еще далеко ехать. Катюша? Приезжайте к нам в Кирилл. Песенку про любовь. А? Песенку про любовь. Пел Сусянович, песня про любовь сейчас будет. Вам какая? Ты на солнце, что ли? Про любовь. Какую? А? Ближнему, среднему. А, как это начинается? Там вот. Если я знал текст, я сам спел. А, ну, хоть, какие-нибудь, про что там? Старая женщина солнца. А мы спели ее уже один раз. Да, 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 песня про любовь. Это я пропустил. Так, кто? Следующее что? Давай поиски поет. Ну пусть идет, я же против. Валера, выходи. За связь табаком раньше не хвалили, за связь табаком головы убили. Теперь наоборот. Лишним предпочитаю, кто дым колечками изнутри пускает. Связь с сигаретой совсем не безобидна, только сначала этого не видно. Зубы пожелтеют, потом повыпадают. Ребята, вас не зря, Минздрав предупреждает. Брось сигарету, ага. На многое влияет дым от сигарет, особенно влияет на скромный наш бюджет. Когда-нибудь об этом еще ты пожалеешь, от каждой сигареты ты на 10 лет стареешь. Брось сигарету, вам говорят. Ну что, придумали что-нибудь? Нет, понимаете, заказ был... Про парикмахерскую. Да я уже парикмахерскую спел. Еще раз? Какую? И про Людку я спел. И про... Да он сказал, про лохматую, наверное, хотел. То есть барбос, что ли? А, как... Помнишь? А, век не стрижет. Ну, давайте, кто поможет? Василий Александрович поможет. Вставайте. Век не стрижен, пес барбос. Тяпу-тяпу-тяпу-тяпу-тя. Шерстью черную зарос, тяпу-тяпу-тяпу-тя. В лужу черную глядит, тяпу-тяпу-тяпу-тя. Шо за морда так сидит?
Страшная, косматая, морда волосатая. Не узнал себя по росту, путя, 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 вот как сильно он зарос. Не узнал себя барбос, я путя, вот как сильно он зарос, я путя. И сиренита поморгав, тя, путя, 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 пес козликнул, гав-гав-гав, 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 гав-гав. Страшная косматая, морда волосатая. Не узнал себя барбос, тя путя, путя, вот как сильно он зарос, пам-пам. После этой песни из Артека вас... Представляете, когда Савин, Терентьев, Чекулаев попали... Мы тогда, когда Чернобыль бабахнул в 86-м году, у нас получился поход не от Киева до Одессы, а от Петрозаводска по Онеге, ну, короче, фиг какой-то. Неподготовленные мы копали, попали мы в пионерский лагерь. И вот эти мэны, то есть, когда 25-й раз на бис они пели эту песню, двум лагерям, уже все знали ее наизусть, это, понимаете, хор тысячу человек. Тяпу-тяпу-тяпу, я обалдел, что же они там поют, понимаете? И сам наконец запел. Вот, спасибо, Женечка. Это песенка про парикмахерскую. Ну, а тут такое дело, понимаете, только приближенный к императору, ну, в смысле, император у нас один, можно сказать, почти Сапоженко, да, вот, и так далее. Короче, когда мы шли по Украине, по Беларуси, Украине, шлюпочные походы, я имею в виду, и с нами были вот такие вот интересные ребята, один бригада. Вот, это на лету, то есть не надо было 2 часа, еще бы 2 часа, и мы бы китайский сдали. Ну, это старая поговорка студенческая известна. Получилось так, что продолжая, вот после этой, век, это как там, век не стрижен Пётр Барбос, 86-й год, авария Чернобыля, в 87-м году мы все-таки от Киева двинули на Одессу, и первый свой поход пошел справа стоящий от меня юный комиссар политэкономии. А я был один Валерий Польский. Сам не припомню, когда. Это была шутка. Поехали. Раз, короче, я не знал, что он хохол. Но сидим себе, идет концерт лагерь комсомольского актива Украины. Под Киевом, в Пионерском, в каком-то там комсомольском лагере, в лесу и так далее. И нас туда на 2 икарусах. В шлюпочный поход привезли с флагами там, и так далее. Студенты, корабелки, Ленинград там, со знаменами Авроры. Мы пришли туда. В общем, сидим, слушаем, как положено. Я рядом с командиром, с комиссаром, комиссар рядом со мной. Там идет Бортников выступает, Чекулаев там еще, и вся эта братья. Да? Идет концерт совместно. То есть и мы, и они, там, значит, комсомольский актив, сами понимаете, что там за закваска. И вдруг, так сказать, по людям пошел, ну, это такой летний театр, это самое, ну, как бы, летняя сцена, лавочки стоят, пионерский этот самый театр. Комиссар помчался по людям на сцену. Поехали. Ты признайся мне, тільки в тебе дівчати, я без тебе всі день у полоні печалі. Може десь у лісах ти часіля шукала, сосруду знайшла, та мене чарувала. Я тебе знаю, от і брови зелені, забутий в стежках,
приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Тарас Шевченко. Финны торчат от этой песни. Мы 25 лет в прошлом году ходим вместе с финнами. Не только Терентьев с ними танцует, мы тоже поем. Я могу громче. Алло. Вы представьте, да, вот все остались и смотрят сапожников, да они же видели всегда кем. Преподавателя, серьезно, дядьки таким, приходил, учил жизни. А вот вышел, говорит, песни классные поет. Да. Значит, если мы через 15 минут заберем все свою одежду, то можем сидеть до утра. 8 часов работаем. Продолжайте долго и счастливо. Ничего страшного. То есть одежду сюда поднять и можем сидеть? Ну, до утра, не до утра, а еще там определенного удобного времени. А вы умеете останавливаться? Не оставляйте нас, девочки. Я для вас пою. Елена Анатольевна, Анечка. Не спешите, там подождут. Сейчас я для вас песню спою. Вы такое еще не слышали. Горами хвилю пить.
спасибо. Понимаете, в прошлом году... Зато мы краще всех спеваем. Да. Порядка нации в мире не поганіше. Це була шутка. Да. Ви не переживайте. 10 часов сиділи, один встав, говорит, зато ми краще всіх співаємо. Да? Що переводі не позначає? Знаєте, коли лучше всіх первый свой поход пошел Володя Бережнов, ну и другие знаковые люди. Я чуть-чуть там брынкал на какой-то семиструнной гитаре, потому что больше никто не брынкал. Даже Волков Юра еще не играл. В общем, я им больше ничего не мог, как черемшину петь, украинскую песню. И без черемшины поход это не поход. Поэтому позвольте последнюю. Знову зазулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вечерже небо тороплає, тьохнув пісню соловей зграє. Сюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася долина. Вівчаря в садочку, тихому куточку, жде дівчина, жде. Шла вона в садок поза загони, задивилась на високі гори. Десь збері спадають чисті роси, світ калини приколола в коси. Чули бойно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Вівчаря в садочку, тихому куточку, жде дівчина, жде. Ось самоє сонечко сідає, з полонини її вівчар світає. Я вернусь до тебе, як отару, з водопою зажену в кошеру. Суди буйно квітне черемшина, мова шлюбу бралася калина. Вечора в садочку, в тихому куточку, вже дівчина жде. Всюди буйно квітне черемшина, мов на шлюбу бралася галина. Вівчера в садочку, тихому куточку, вже дівчина жде.
любишь. Тихо, напряженно, трепетно, упрямо, через волю, сдерживая, вырывая стоны, нервами, тревогами и болью. Знаю, любишь, тихо, негуманно. Хочешь оторваться и не можешь. Медленно, мучительно и странно. Лепестками белыми похожи. Медленно, мучительно и странно. Лепестками белыми похожи. Спасибо. И еще одна, последняя. Все, следующая. Целый день волнуясь, встать не с тем. Как много тех, с кем можно просто жить. Пить кофе утром и говорить и спорить. С кем можно ездить, отдыхать на море. И как положено, и в радости, и в горе быть рядом, но при этом любить. Быть рядом, но при этом не любить. Как мало тех, с кем можно помолчать. Кто понимает, с полуслова, с полувзгляда, кому не жалко год за годом отдавать. И за кого ты сможешь, как награду, любую боль, любую казнь принять. Любую боль, любую казнь. Вот так и вьется эта канитель. Легко встречаются, без боли расстаются. Все потому, что много тех, с кем можно лечь в постель. Все потому, что мало тех, с кем хочется проснуться. Семья ушла, потому как уезжать надо.
Понимаете, я не старый, давно живу, и лет 10 назад подошли ко мне люди постарше, которые учились в корабелке, закончили корабелку, ходили в шлюпочные походы. Тут подошли и говорит: командир, ну, так они обратились ко мне, командир, мы хотим написать книгу о нашем командире, Виталий Степанович Руковец. Я тогда прибел, что нашлись люди, которые помнят человека, который для них сделал что-то, и, важного человека для своей жизни. Сегодня событие, не знаю, как его обозвать такими словами, мне кажется, необыкновенно. То, что у Гоши много друзей, а если есть друзья, значит, должны быть и враги, ну, врагов мы не берем, что у Гоши много друзей осталось, первый, это факт. Первый я. Ну, я не хочу быть вторым. Ну, куда вас понесло? Я не хочу быть вторым и не третьим, и так далее. Я один из них. Понимаете? То, что сегодня сделали мы, вы, а в частности Женя Терентьев, я могу сказать, Евгений Николаевич, его ближайший, на мой взгляд, друг, о котором мы все знаем, и знаем о их взаимоотношении, их нелегком взаимоотношении, и дружбе, и горе, и там, жизни. Вот. Я хотел бы сказать огромное спасибо этому человеку. Вот. И, пожалуйста, пока мы живы, я думаю, что Гоша останется в наших сердцах. И дай Бог каждому из нас иметь столько друзей, сколько имел Гоша. Спасибо вам всем. Ваш сапожник. Сюртук на спинку стула музыкант расправил нервною рукой на шее черный бант. Подойди скорей поближе, чтобы лучше слышать, если ты еще не слишком пьян. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле, все в этой музыке ты только улови. Вокруг тебя шумят дела, бегут твои года. Зачем явился ты на свет, ты помнил не всегда.